бюджетные компактные колонки Defender SPK-22. Сегодня у нас на обзоре миниатюрные колонки от компании Defender, выполненные в пластиковых корпусах с минималистичным дизайном. Их небольшие габариты и вес, всего 100 граммов, позволяют носить их с собой в любом рюкзаке. Суммарная выходная мощность колонок составляет 5 Вт при диапазоне частот от 200 до 18 тысяч Гц. Колонки не требуют сетевого источника питания. Достаточно подключить их к USB-разъему, а также к аудиоразъему. Данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой. Длина кабеля составляет 60 см. Дополнительных драйверов для работы устройства не требуется. Отметим, что колонки работают только в монорежиме. Defender SPK-22 – это доступные по цене миниатюрные колонки, которые поместятся в любой сумке. Но если вы ищете громкое и насыщенное звучание, то присмотритесь к другим решениям.